Очевидцы смертельного ДТП на блокпосту в Алматы рассказали подробности трагедии. В Карасайском районном суде Алматинской области начался допрос свидетелей по делу бывшего полицейского Азата Азаматова. 25 мая он в алкогольном опьянении протаранил на своем личном автомобиле блокпост и полицейскую машину. На месте скончался 40-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазеев. Его напарник, сержант Дастан Абдыканов, позже умер в больнице. Тяжелые ранения получил и третий полицейский – Ербулан Сейдазым. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Григорий Беденко. Григорий, здравствуйте. Есть ли новые подробности по делу? Вера, добрый вечер. Сегодняшнее заседание по этому резонансному делу уже четвертое по счету. Началось оно в 16:30 и сейчас продолжается допрос свидетелей. Всего сегодня будут допрошены 7 свидетелей. Они, это жители, местные жители и также сотрудники полиции, которые в тот момент находились на блокпосту. Первым выступил сотрудник полиции Ельнур Жаксыбаев. Дело в том, что, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство, на блокпосту находилось сразу 2 экипажа. Одни были в машине, другие в палатке и в тот момент отдыхали. И вот потом они меняли друг друга. И вот в момент отдыха Ельнур рассказывает, что услышал грохот. Они выскочили из палатки и увидели вот эту вот страшную картину. Раздавленный полицейский автомобиль, рядом БМВ 7-й модели, на котором Азат Азаматов совершил ДТП. Тут же они сразу бросились оказывать помощь. К сожалению, не смогли извлечь из машины Жараса Жангазиева. Его просто там зажало. Они вытащили Дастана Абдыканова, но он получил травмы, несовместимые с жизнью, и позже скончался в больнице. И вот интересный еще момент. Ербулан Сейдазым, это третий пострадавший, он также находился, он был сменщиком и находился в палатке во время отдыха. И, видимо, как-то по касательной БМВ, попавшее в ДТП, оно задело эту палатку, и в результате вот Сейдазым получил травмы. Вот пока то, что рассказал сотрудник полиции Ельнур Жаксыбаев. Допрос свидетелей продолжается. Мы будем вас информировать по мере поступления какой-то свежей информации. Вера. Спасибо большое. Будем ждать. На прямой связи из Алматы был Григорий Беденко. Он следит за тем, как проходит суд по делу о ДТП, произошедшего в Алматы на блокпосту.